Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем наш разговор о ноже MagSafe Balance K со сталью К110 на клинке. Во вчерашнем видео вы видели небольшую работу там по разделке рыбы и все остальное. И сегодня мне в голову пришла такая идея: перед тем, как его затачивать, нужно его посмотреть, какая осталась здесь остаточная острота после всех манипуляций предыдущих. Порежем канат, все-таки длина клинка 85 мм позволяет порезать клинок канат 22 мм. И я подумал, зачем его сразу начинать перетачивать, если можно посмотреть удержание РК именно сейчас, после какой-то работы, как он будет работать. Ну, естественно, порежем канат, построгаем чуть-чуть рог на механику. Ну и понятно, варварский тест, не знаю, иностранцы, может, это не поймут, но банку мы тоже откроем. Итак, нож не правился, не перетачивался, не затачивался, ничего. То есть вот он есть, как после работы вчерашней. Угол заточки заводской. Особо здесь, я смотрю, ничего не пострадало. Ну и будем смотреть, как он будет резать. Итак, сразу начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, 19, 20. Так, ну вот что я и говорил, вот эти участки начинают давить вот в это место. Но в целом рукоять очень хорошо и плотно лежит в ладони, то есть никуда нож не двигается, не шевелится, нигде вообще никаких неприятных моментов именно внизу нет. Ну, даже клипса, которая как бы должна какого-то оказывать влияние на ладонь, но она не оказывает. Единственный момент при силовой работе — это вот этот, вот эти грани дают здесь. Так, ну что ж, 20, погнали. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46. Один хрен даже через эту давит. 46 47 48 49 50. Так, ну что ж, 50. При этом вы видите, да, бумагу еще каким-то образом где-то подхватывает и режет. Так, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну что, 100 раз нарезали, 100 раз отрезали.
100 раз отрезали. Все, конец фильма. Теперь проверяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19. По 10 раз на каждую сторону. Рука восстановилась очень быстро. Ну что ж, давайте теперь попробуем после пасты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Что и требовалось доказать. К-110 очень хорошо отработала. Нож по большому счету в переточке прям из коробки с завода не нуждается. То есть для каких-то задач, вот он опять затупленный, для каких-то задач его более чем достаточно. При том, что раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. При том, что несколько проходов на пасте нож снова становится кончик, который менее был подвержен работе, острее остался. Этот участок можно даже чуть-чуть и все. Так, дальше. С этим вопрос решен, что здесь удержание РК на достаточно хорошем уровне. И вот как на мой взгляд, то что я сейчас вижу, перетачивать его, прям вот брать и сразу делать какой-то угол, либо стачивать, либо еще что-нибудь, нет никакого смысла, потому что
для каких-то периодических работ, несложных, этой остроты более чем, и при том, что он набирает остроту, парится очень быстро на этом. Так, давайте теперь... Сейчас покажу вам, что здесь есть или чего там нет. Скорее всего, здесь да, появились замины на РК. Вот их видно. Сейчас где он тут? А, вот здесь. Даже не знаю, как его показать, блин. Может, вот так будет видно. Вместе блестит. Вот так вот. Вот этот участок. Здесь. Так, ну что ж, с механикой тоже более-менее на хорошем уровне. Даже если вы попадете на кость в процессе разделки, то на РК ничего не будет. Так, так как у нас здесь появился замин, пробуем. Ну, так как уже он РК деформирован, в любом случае мне его надо будет перетачивать. Снова нож, как говорится, готов непосредственно к работе, без всяких так, ладно, где-то у меня там пенек делся, нашел дубовую паркетину. Так, ну и теперь самое, как говорится, шоу. Наше мероприятие. Салфеточку вытру, покажу вам поверхность. Вытираем вот эти все, вот эта хрень, пластик что ли там или чем этот. Ну и смотрим.
изменения на РК? Есть. Четко выраженный заусенец, который завернутый на одну сторону. Но при том, что геометрия здесь не режет. Где-то здесь еще какой-то участочек есть. Ну и все. Все. РК восстановлена. РК восстановлена путем нехитрых манипуляций. Что можно сказать? К110 на очень отличном уровне. Так, на очень отличном уровне. Теперь возвращаемся к нашим, как говорится, дальнейшим мероприятиям. Все равно мне его нужно будет точить. Поэтому сейчас мы заодно посмотрим внутренности пациента. Поковыряемся у него в кишочках и посмотрим. После вчерашних промываний, после рывы, после всего, есть ли в районе осевого какие-то проблемы, там ржавчина появилась, не появилась, или все-таки ночь, это еще не то время, в которое может показаться, как говорится, этот ржавчина. Но будем сейчас смотреть. Что касается разборки и этого ножа, производитель нам не оставил выбор, право выбора, и это очень хорошо, потому что все винты, которые здесь есть, все винты, на которые собран нож, подходят один торкс, что к осевому, что те, которые держат на накладочке, через боночки, через бэкспейсер. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим, что здесь. И заодно посмотрим, как гласит информация, что здесь стоит однорядный стальной подшипник. Заодно мы его проверим. Так. Ну, здесь очень все легко выкрутилось. Никакого фиксатора здесь нет. И на этих винтах, сейчас я так одену, и на этих винтах тоже фиксатора нет.
Так, здесь надо... Это мы открутили. Здесь же у нас разнокалиберные винты, поэтому... Так, снимаем. Вот так вот выглядит изнутри ножик. Так, здесь, ну, должен сказать, что даже промывая вчера нож, здесь осталось, вот так вот видно, нет, смазка. Здесь осталась смазка. Опа-на. Так, сняли. Так, вот подшипник. Один и вот второй. Сейчас надо выключить это телефон, потому что он замучает. Так. Смотрим. Никаких особых проявлений ржавчины, питинга и всего остального не появилось. Это очень хорошо. Так. Это мы вытираем сюда. Это мы. Так, проверяем. Маленький магнитик. Смотрим. Да, здесь стальные шарики. В пластиковом таком сепараторе. Ну что ж, здесь все аккуратно, чистенько и без всяких нареканий. Собираем в обратном же порядке. Так, здесь сделан, снят шлиц в плашке, и на осевом тоже снят шлиц, поэтому здесь все, как говорится, становится все на свои места, перепутать вы, как говорится, не сможете. Поэтому давайте сначала закрутим накладку. Осевой. Все закручивается очень легко. Здесь ничего не было, как говорится, сильно затянуто. Все сделано аккуратно, чтобы в процессе разборки проблем никаких не возникло. После сборки клинок сразу центрируется посерединке. Все работает, все хорошо. Ставим на место клипсу. Так, ну вот и все. Регулировку
встрагивания вы можете отрегулировать сами под себя. Но здесь уже, как показывает вот практика, что вы поджали до упора. Можно чуть-чуть отпустить, ну, поставить на фиксатор, если кому надо. Но, тем не менее, в любом случае, все стало на свои места. Три крепления, и все, и нож собран. Главное, что один торкс на все, полностью на обслуживание этого ножа, и это очень хорошо. Резюме. Подводим итоги. Затачивать я его пока сейчас не буду. Чуть попозже, наверное, буду затачивать. Скорее всего, что буду точить его китайскими алмазами, китайскому ножу, китайский алмаз. Что могу сказать, резюмируя? По второй части вот этого небольшого теста порезали чуть-чуть канат, там механика и все остальное. Здесь нож отработал на 5 баллов из 5. Вот ни к чему даже придраться. То есть сталь, ну, естественно, основная, как говорится, упор был на сталь, как она себя поведет. Но даже вот эти маленькие какие-то экспресс-тесты уже показали, что сталь достаточно хорошо держит режущую кромку. Она очень быстро правится. И после даже непродолжительной правки она также начинает очень хорошо и агрессивно резать, продолжает. Отлично строгает. Достаточно хороший результат после рога. Это для того случая, если вы что-то там работаете, разрезываете какое-то мясо, попали на ребро, на кость или еще что-нибудь. То есть можно четко резюмировать, что у вас повреждений на РК не будет, если вы случайно где-то что-то зацепите. На банку, даже если вы приехали на отдых и нерадивые ваши друзья, которые решили приготовить макароны по-флотски, если они даже откроют этим ножом банку тушенки, да, повреждения будут, но они будут не критичными и они будут достаточно быстро исправимы. То есть муса там каким-то алмазным маленьким брусочком, без разницы чем. Главное, что РК не сыпется, а загибается. Загибается, а это можно уже восстановить либо керамической трубочкой, либо вот таким вот мусатиком. Ну, в общем, подручными какими-то средствами и кожей, либо там еще чем-нибудь. Вот, вкратце, вторая часть подходит к завершению. Что могу сказать? Баланс, классный нож, без зазрения совести могу говорить. Все здесь в тему, собрано, сделано аккуратно, разборка быстрая, никаких вообще проблем с ним нет. Обслуживание мгновенное. Кому не нравятся подшипники стальные, можно поменять на керамические. Сейчас это вроде как доступно. Либо подобрать шайбы. Ну, в общем, каждый этот. После сборки клинок сразу же центрируется на свое посадочное место. То есть здесь все подогнано, все четко. Остается собрать, почистить, разобрать, почистить и собрать. 5 минут времени, и нож у вас снова готов, как говорится, в работе. Это если понадобится. А если не понадобится, то достаточно его хорошо промыть. И на этом дело, как говорится, закончилось. Ну что ж, спасибо компании Maxace за предоставленный нож. Надеюсь, ваше это видео было вам полезно. Кстати, кто хотел заказать с сайта, и мне в комментариях вчера написали, что нет отправки в Россию. Я сегодня им написал, с ними был, ну, как бы диалог. Я им скинул ссылку на вчерашнее видео. И мне написали, что у нас была отправка в Россию, с сайта можно было заказать. Но в свете, как говорится, вот этих последних событий, которые они там сказали, что некоторые перевозчики отказались от
доставки, и поэтому сейчас логистики в Россию нет. А так у них, когда это все закончится, я так понял, между строк это было произнесено, так написано, что когда это все это закончится, то ножи можно будет заказывать с сайта, доставка в Россию есть. И еще напоследок Торкс Т8 для этого ножа. На этом все. Всего доброго. Пока-пока.